Дом по улице Вадима Гетьмана, 40. 16-этажный панельный дом 1981 года постройки. Из-за близости к дороге в квартирах может быть достаточно шумно. Состояние входа в парадное можно назвать удовлетворительным. Установлены домофоны. Во дворе чисто, однако зеленых насаждений немного. Есть и места для парковки, но двор заставлен автомобилями. Асфальтное покрытие требует ремонта. Есть скромная, частично новая детская площадка в тени деревьев, оборудованы места для отдыха. В ближайших окрестностях находится аптека, железнодорожная станция, супермаркет, парикмахерская, спортивный клуб. Жители дома имеют доступ к источнику питьевой воды. Неподалеку детский сад, школа со стадионом. Остановка общественного транспорта. В общем, состояние дома удовлетворительное.